Всем привет, уважаемые зрители! Сейчас я решил сделать обзор на такую игру замечательную, как Алхимия. Это мы симулируем, можно сказать, бога. Вот, мы должны создать мир, хотя я атеист. Но это, в принципе, не к делу. Вот, это твой мир, все судьбы, создаете новые элементы, чтобы заполнить его. Вот, нам предлагают землю. И, не знаю, ну, давайте огонь, что ли. О, камушек. Видали? Я мастер. Все, спасибо. Камень, да? Нифига. Может быть так? И нифигашеньки. О, пар. Ура. Земля, воздух, давайте. Не знаю. Ну, так задумываться, эта игра очень хорошо вот идет. Блин, на 5 комиссий. Я вот не знаю толком. Я ее все один раз прошу. Но точно вот уже не помню. Так, вот туман что-то. Он мне вообще не нужен. Конь, воздух. Ого! Видали? Вот тут вот у нас мир постоянно заполняется некоторыми элементами. Окей. Оркс. Ну, на самом деле, эта игра может много убить вас время. Если там, к примеру, хотите реально просто взять, сократить. Вот так. Нет настроения все играть. Можете просто взять и сыграть его это. О, нифига себе! Так, я надеюсь, она звуки записывает. Так. Окей. Ну ладно. Итак, мы продолжаем. Я проверил. Так, я вроде помню, что такая что-то было. Ого, видали? Два вируса не сработают. Может быть, ДНК вирус. Теперь у нас появились предметы. ДНК вирус тоже не катит. Вот, ну, что-то у меня даже не обзор, а игра, можно сказать, я играю в эту игру. Эта игра просто офигительная. Ну, не сказал бы, что она там круче каких-нибудь. Неимоверно, там Saint Row 4, я бы не сказал, что она лучше. Хотя, кто знает. Так, стой, господи. Сейчас поправим. Так, кривая съемочка. Так, окей. Что бы еще можно было сказать об этой игре? На самом деле, я в нее, я уже один раз прошел, вы тут видите, немножечко ачивочки. Вот, вот эта вот ачивочка главная, и игра пройдена должна быть. И я что-то о ней вспомнил. Хотел об... Что-то мне вот так что-то подсказывает. О! Видели? Вот это вот еще. Эта девушка нам подсказывает ответы. Ее, к ее ответам надо это... прислушиваться. Правда, он не всегда правильно может объяснить. Вот это спрашивает, что мы можем сделать сейчас на данный момент. Я вот уверен, что может быть так. Блин. Я точно не помню, но с грязью. Так, господи. Может быть так. Ничего, исправишь, что ли? Ну нафига мне этот камень? А, я знаю, как песок делать. Да, блин. Так, Планктон. Планктон, он у нас не украдет ли рецепт Красбургера? Еще музычка тут такая более-менее приятная. Так. Не
всякое, кнут, вирус и грибы. Так, солнечный свет мы можем сделать. Ну, давайте последнюю какую-нибудь сделаем реакцию и... Так, снова я знаю, как наверное, солнечный свет будет выглядеть. Да, нет. Так, облака состоят... Ага. Я понял. Вот, все, мы сделали облако. Вот вы видите, они появились. Ссылочку я, конечно, на эту игру оставлю в описании. Эта игра на самом деле очень хорошо. Может быть, нервы успокоит, поиграть, можно время убить. Ну, советую, впрочем, вам. Ну, теперь давайте до свидания. Всем пока. До новых встреч.